Чем опасны такие ранние заморозки на винограднике? Вот пару дней назад этот лист был еще зеленый. Он получал хоть какое-то питание от растения, производил фотосинтез и отдавал обратно. Сейчас этой листвы нет. А энергии, которую производит корень для листьев, ей же надо куда-то деваться. А если еще пройдут дожди, пригреет солнышко градусов до 20, и корень такой: «Хоу! Я слышал, у вас наверху тепло, вот вам еще энергии». И тогда почки, с которых мы надеемся в следующем году получить урожай, могут вскрыться и пойти в рост. И естественно уже в зиму погибнуть. Что я буду делать в этом случае? Если по прогнозу теплая температура, это молодой виноградник, тогда я вот эти лозы уложу на землю и накрою агроволокном. Будем защищаться от солнца. Это на молодом винограднике. А на шпалере, ну, здесь лист не так побит. В таком случае здесь лозы укладываю горизонтально на вторую или на первую проволоку и опять накрываю чем-нибудь. Всем добра, здоровья, хороших урожаев. Оп.